В Ульяновске продолжается программа реновации жилья. Активная фаза реализации проектов развития застроенных территорий в городе началась с 2015 года. Так было определено, что в железнодорожном районе на первом этапе комплексной программы расселению подлежат три ветхих дома на проспекте Гая в так называемом поселке Кошкомбината. Сейчас мы с вами находимся на строительной площадке на квартирном жилом доме по улице Локомотивная, 33. Этот дом, почему мы здесь? Потому что этот дом, он будет предложен в качестве вариантов для переселения жителей с той территории в этот новый строящийся дом. Но мы видим, что сейчас здесь ведутся завершающие работы. Планируем, что к концу августа дом будет введен в эксплуатацию и будет, значит, процедура мены квартир и предоставление здесь новых благоустроенных жилых помещений для тех жителей, которые предпочтут этот дом. В июле было принято решение о развитии второй очереди территории в границах проспекта Гая, улиц Амурска и Героев Свири. В конце августа будет проведен аукцион на право заключения договора с застройщиком. Программа реновации предполагает развитие застроенных территорий путем сноса старых и строительства новых домов. На данный момент мы заложили дом 18-этажный, многоквартирный, двухподъездный в пределах улиц проспекта Гая, Героев Свири и Амурская. Да. Далее будут постройки после расселения жителей домов, перечисленных 33, 35 и 35-1, будут осваиваться дополнительные площадки. Это 22-этажный дом, предположительно, 9-этажный и 5-этажный. Жителям района предлагаются не только новые дома, но и обновленный парк. Виновская роща заметно преобразилась. В этом году было отремонтировано колесо обозрения. Бесплатные свадебные кабинки, установленные специально для молодоженов, приятный сюрприз в день бракосочетания. Кроме того, в парке запущены и новые площадки. Например, детский развлекательный игровой комплекс «Веселая поляна». Главным нашим проектом, который мы в этом году успели запустить, является парк, тематический парк «Ледниковый период», который включает в себя 14 экспонатов животных ледникового периода в натуральную величину. Они кричат, рычат, двигаются. Поток посетителей в этом году заметно увеличился. Причем парк радует не только местных жителей, но и иногородних гостей. Елена Васильева приехала в Ульяновск из Саратова. Мы встретили ее в очереди к колесу обозрения. Девушка с удовольствием поделилась своими впечатлениями. Город мне очень нравится, потому что мы уже с детства, я приезжаю в Ульяновск, это, можно сказать, моя вторая родина. Поэтому вообще Ульяновск очень так преображен сейчас, очень хорошо-то тут. И в парке мы тоже всегда бываем, тоже очень хорошо понравилось. Всего на обновление Виновской рощи за последних два года было выделено инвестиционных средств на более чем 30 миллионов рублей. Эльвира Зямалова, Руслан Батталов, новости Ульяновской правды.